Сегодня в Шлиссельбурге съемки фильм «Тайга». Вот. Не дождавшись съемочного обеда, в перерыв между дублями взял себе шаверму. Вкусная, кстати. Зараза, или я голодный. 32-градусную жару переодели потеплее в кофту. Первую сцену снимали на вокзале. Сейчас в кафе в кофте. Ну, как бы осень, поэтому в кофте. Какая красота. Снялся, а сейчас еду в Гатчину. Завтра у меня концерт где-то там за Зеленогорском. Вот, шоу «Пузырей».